2024 год в Восточно-Казахстанской области объявлен годом дорог. В рамках этой инициативы проводится масштабная работа по улучшению транспортной инфраструктуры, особенно в сельских населенных пунктах. В селе Куйган, к примеру, были заасфальтированы несколько улиц. Куйган – село, через которое проходят маршруты, ведущие в несколько районов. Открытие самого большого моста в стране через Бухтарминское водохранилище только усилит транспортный поток. Летом этого года начались работы по укладке асфальта на трех улицах населенного пункта общей протяженностью 3850 метров. В этих работах приняли активное участие и жители села. 2024 год был объявлен акиматом области годом дорог. Мы работаем по этому плану. Ремонт дорог проходит не только в Куйганском сельском округе, но и по всему Курчумскому району. Как вы видите, в этом году мы укладываем асфальт на дороге протяженностью 3850 метров. Всего у нас по плану три улицы. Вот, например, Каирбаева. Качество дороги будет проверяться технадзором. Сейчас работы находятся на стадии завершения. В ближайшие дни улицы с новым асфальтовым покрытием будут сданы в эксплуатацию. Задержек не возникло благодаря достаточному количеству рабочей силы и техники. Задействовано 4 единицы техники. Работает асфальтоукладчик, фрезер, каток. Уверен, что сможем завершить работу на данном участке вовремя. Вдоль дорог будут проведены работы по установке уличного освещения и благоустройству территории. Мирас Советбеков, Данияр Кайратұлы, Максат Нахметов, Алтай Ахпарат.